Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лор Лемур и добро пожаловать на рубрику «Интересные проекты Space Engineers». Сегодня вообще-то должно было быть другое видео из другой тематики, то есть вообще совсем другое, но к огромному такому сожалению, ребята, у меня проблема на проблеме, связанная с железом, с ПК и также программные проблемы, при том, когда решаешь одну, вылезает другая, и ты уже не успеваешь как бы заниматься работой или вообще тем, что тебе интересно, и по этой самой причине не удивляйтесь, если я вдруг исчезну с канала на некоторое время. На этот раз, если я исчезну, это будет чисто потому, что мой ПК сдох, а не потому, что я не хочу что-то снимать или что-то делать. И по этой самой причине я просто реально немножко в такой прострации, потому что инженеры — это игра, которая маломальски худо-бедно, но тянет мой ПК. И снимать по этой игре становится все сложнее и сложнее. Например, сегодня я не мог добавить чертежи из мастерской в игру. Я их добавляю, захожу в игру, обновляю чертежи, но в списке чертежей эта игра не, то есть этот чертеж не появляется. Тот блюпринт, который я как бы на который подписался. И тут куча таких проблем. То есть куча таких проблем, что мне иногда не прогружаются миры. То есть даже собственные сохранения у меня не прогружаются. И у меня огромное количество ошибок в этой игре. И я просто не знаю уже, как и с этим бороться и что делать. Другие игры, к сожалению, вы не любите. Другие игры вы просто не смотрите. И по этой самой причине где-то 200 просмотров, это, конечно, позор. Поэтому я не знаю, что мне делать. Если вы считаете что-то вразумительное и только инженеров от меня ждете, я должен вас разочаровать. И разочаровать не потому, что инженеры — это плохо, а потому что, к сожалению, я, возможно, не смогу снимать инженеров в ближайшее время. Но по другим играм, которые более-менее у меня идут, я, конечно же, буду делать ролики. Ну а пока давайте же углубимся в сегодняшний обзор. Сегодня нас встречает очень интересный такой корабль. Такой вот, значит, так как у меня сейчас со всем этим швах, я сейчас попытаюсь найти у себя тут... Значит, в проектах данный как бы корабль. Вот сегодня у нас вот данный проект, который называется Mil L Atma Frigate Standard. Это вроде бы фрегат, ребята, и автор, точнее инженер, который создал это, Endure. Такой интересный такой ник Endure. Он создал действительно необычный фрегат, и, к сожалению, я вообще-то хотел вам показывать другое, но я показываю вам то, что у меня было в мастерской, и то, что у меня прогружается. Остальные не прогружаются. Сколько бы я ни заходил в игру, ни перезаходил, одна и та же проблема. Я уже устал с ней биться, и поэтому решил, что у меня есть в мастерской, я про то и сниму, блин. Вот такой вот фрегат у меня, такой вот интересный, точнее, эндюарчик постарался, если его таковым можно назвать, конечно. Посмотрите только. Вертикальный фрегат, атмосферный, то есть реально корабль не такой сложный, можно сказать, что вообще не сложный, с определенным вооружением и с определенным дизайном. То есть я думаю, даже для чего-то кинематографического, возможно, он сгодился бы, почему нет. То есть не все же корабли должны быть горизонтальными, сигарообразными. Некоторые из них могут быть в форме, в форме чего. Хотя данная форма такая неплохая. Интересно, как данная штука летает. И как мы видим, в ней огромное количество атмосферных трастеров, которые расположены соответствующим образом, чтобы держать всю эту махину. И вооружение какое-никакое, но оно есть. Проект полностью ванильный, и он очень удобный. Да, и данный корабль, по-моему, не для того, чтобы вы его сажали, потому что, сами понимаете, хотя у нас здесь есть посадочная ножка, то есть мы можем посадить эту какашечку, прошу прощения, этот корабль вертикально вниз, не могу удержать себя от тёмов. О, посмотрите на эти баги, вы только посмотрите на... Ай, прогрузка этих турелей. Нет, вы видите, да? Вот что это такое, спрашивается. Что это такое? What is this? Ладно. Успокойся, Лур.
Успокойся, Лур. Такое вот в инженерах, видимо, уже нормально. Это уже, типа, норм. Естественно, норм. Ладно, давайте зайдем в данный корабль и попробуем на нем полетать, потому что особо о нем рассказывать нечем. И некоторые мои подписчики так и хотят, чтобы я сделал что-нибудь со своими проектами. То есть обязательно в них полетал, посмотрел, поразбивал. Разбивать мы, конечно, будем эту машину. Так, у нас тут внутри, конечно же, то есть медицинская, скажем, станция. Есть места для пассажиров, не первый ряд, но неплохо так. Затем у нас есть место для управления, грубо говоря, кокпит. Точнее, грубо говоря, это правильно говоря, вообще-то кокпит. И здесь еще пару местечек есть для тех, кому скучно, вот, типа, могут сесть сюда. И отсюда, как бы, тоже что-то делать. Так, и здесь основной кокпит, который вот именно такой вот, прямо в носу, прямо в клюве, можно сказать, данного устройства. И это неплохо. Дальше что у нас здесь есть? И у нас даже здесь есть криокапсулы. То есть, ну, где-нибудь на станции в орбите, то есть в верхних слоях данный фрегат парит с определенным количеством людей на борту, которые заходят. В принципе, неплохо. Итак, здесь также есть показатель оружия, сколько здесь оружия. Ну, к сожалению, на панель не вывел он, или же вывел, но, как говорится, всегда у нас происходит какая-то фигня в игре, и по этой самой причине не удается нам попользоваться чем-то. Ну вот, ракетами мы так швыряемся бодренько, в принципе. И да, давайте наконец-то полетаем, а то один мой хитрый подписчик, который все время хочет проверки полетов, об этом. Так, окей, ладно. Мы летаем, значит, со скоростью такой приличненькой для атмосферки. Ну, норм. Нас вперед толкает 4 атмосферных движка. И также 3 нас, скорее всего, тормозят. Да, 3 тормозят, а вместо 4-го сзади, который тут... У нас тут ракетницы стоят. Ну, в принципе, норм так. Боковые стороны смотрят 2 больших, судя по всему, да, трастера, и 2 маленьких. Ну, в сторону мы как бы особо лететь не будем. Вот. Ну, давайте разобьемся об эту гору, что ли. Что еще мы можем сделать? Или давайте совершим такое крутое пике. Сначала мы поднимемся чуть повыше, а потом, как говорится, грохнемся со всей дури на планету и посмотрим, что получится с этим. Реально. У нас как ракетницы... Да, ракетницы у нас как бы криво стоят. Собственно говоря, они мертвые, можно и так сказать. Так, мы разогнались. Для пике нам нужна скорость. Да, почти разогнались. Тут у меня лимит, то есть... Убирание лимита не стоит, поэтому сейчас мы просто вот так вот. И носом. И... Точнее, давайте сначала сотрем нижнюю часть фрегата. Посмотрим, как он будет с этим жить, как он будет на это реагировать. А, так. Давайте. Ну-ка. Ух ты ж. Да. Ну, на этот раз разрушение было не такое постыдное, кстати говоря. Если учесть, что... Да блин, что ж происходит-то? Так, ужас какой. Так и не приловчился ко всему этому. Итак, у нас тут бороздка, которая первая вот эту ножку оторвала. Дальше мы тут выкинулись сюда. Я вам скажу честно, ребята, сейчас реально получилось маломальски неплохое крушение корабля. Но я открою вам секрет, почему большинство ютуберов, кстати, если вы обращаете внимание даже на роликах, ну, в смысле, на канале Space Engineers, да, сами, которые выпускают, там не показываются просто, как корабли падают, то есть моменты крушения чаще всего не показывают, а потому что, ребята, я тоже не показываю в своих сериалах и не буду показывать, пока они не починят нормальное крушение, то есть вот тут более-менее есть борозды, тут мы вспахали землю, то есть вы видите, да, раньше этого не было,
раньше, то есть, если раньше падал корабль, то есть, ну и то сейчас не особо впечатлительно, если раньше падал корабль, он, ребята, оставлял маленькую такую лунку, и он скорее разваливался как конструктор Лего, а не как реальный космический корабль, то есть, он мог прыгать там, не знаю, он мог просто удариться об поверхность планеты и улететь обратно. То есть это особенно на Луне заметно, что вот корабль ударяется об поверхность и улетает в космос. То есть он не разваливается, он не скользит по поверхности. Там мало коллизий, то есть, происходит. Он не переворачивается, как будто бы он игнорирует некоторые законы физики, которые есть в самой же игре, то есть каким-то образом. И кроме того, вот как вы видите, обломки так себе. Мне не очень нравится то, как все это разрушается и выглядит. Поэтому уж извините, сцен крушений не будет. То есть, конкретно падение об землю. Скажите за это спасибо кинам, а не мне. Итак, ну что ж, в принципе, мы все осмотрели. В принципе, мы наш корабль подорвали. Так, аккуратненько подорвали. И увидели много чего интересного. Блин, никак не могу сесть на этот корабль. Что ж происходит, а? Так. О, все, норм. Посмотрели на то, как он разрушается. Я надеюсь, вы поймете и войдете в положение. Предлагаю понять и простить меня, потому что, ну, реально, это не от меня зависит. Есть вещи технические, которые от меня не зависят. Лень моя зависит от меня, вот как бы с этим никак. Поэтому, если вдруг я прекращу выпускать видео по инженерам, не обижайтесь. Я буду вас всегда ждать обратно, и знаете, что когда бы я не ушел с канала, я обязательно возвращаюсь. И поэтому ставим лайки, чтобы поддержать этот боевой дух, чтобы я исчезал вообще поменьше, и чтобы технических проблем тоже не было. И, короче, нет фризам. С вами был Лурлемур, подписывайтесь, ставьте лайки, прошу прощения за нытье, если это, конечно, звучало как нытье, но это не нытье, это факт. Просто факт, с которым мне пришлось столкнуться. Ну, а вам об этом, наверное, следует знать, потому что вы ждете моих видосов. И поэтому до завтра, точнее, нет, до послезавтра. И хорошего вам отдыха перед учебой. Всем пока-пока.